Сенокос, горный, горный сенокос. Вот в таких местах, в селе Рича, в Агульском районе, люди косят сено. Вот так вот кругами, узорами, там даже в таком подъеме сено косили. Добрый вечер, салам алейкум, друзья. В этом видео у меня очень интересная вещь, интересное очень место. В Агульском районе ехали где-то полтора часа на моей машине, на посаженной машине вот этой. Вот такая вот картина сзади. Озеро в горах, горное озеро. Это еще маленькое. Часть озера, а само озеро, вот оно, форелевое место, здесь ловится форель. Приехали мы сегодня сюда попробовать удачу свою. Вот какие вот здесь горы красивые, с той, с правой стороны солнце туда на них попадает, вот такие вот золотые горы. Друзья, спускаясь к этому озеру, слегка проголодался. Взяли мы из Касумкента такой вот чуду с картофелью, с мясом. С перекусом спускаюсь по тропинке. Кругом вот такие горные цветы. Ребята уже спустились. Тут тоже вот мужик ловит рыбу. Вот такое вот горное озеро здесь. С форелью. В этих водах водится форель. Спустился к самому озеру. Две закидушки здесь. Такие вот горные ручьи. Ох, какая холодная вода, друзья. Невозможно здесь находиться в воде долго. Готовимся. Процесс начался. Опарыша насаживаем на крючки. Две удочки в работе. Особо разговаривать здесь нельзя. Можно спугнуть рыбу. Форель, она здесь в этих местах очень пугливая.
Друзья, иду на течение. Сейчас заброшу по течению удочку. Буду спускаться с удочкой, с поплавком вниз. Ребята вон там ловят на озере. Я поднимаюсь вот так вот выше по речке. Пока что ничего нету, надо идти вверх по речке, пробовать в разных местах. Пойду на ту сторону, на то другое русло, там сделаю пару забросов, здесь тоже хорошее место. Тоже тишина. Еще раз перехожу речку. О, здесь тоже интересные места есть. Тут, в общем, тут не угадаешь, где рыба стоит. Надо ходить по речке, делать забросы очень часто, менять места. Иначе ты ее здесь не поймаешь. Очень умная, очень хитрая рыба. Хищник. Вот еще одно интересное место. Так вот ходим, ищем ни одной штуки, честно говоря, не увидел сегодня. Мужик тоже сидел там на озере, говорит, что-то очень слабо сегодня, вообще ни одной поклевки даже не было. Прошел где-то метров 600-700 вверх по речке. Сейчас вот обратно спускаюсь. Солнце уже село тоже. Темнеет потихоньку. Луна вышла. Рыбы сегодня нет, как я понял. Ночью как бы делать нечего. Наверное, придется уехать без рыбы сегодня. Так, друзья, поклевка. Забросили в озеро. Сейчас собираем.
леску. Очень длинная палка. Отпустили леску прям до середины озера. Может, течение в ту сторону идет. Как в старые времена, Невская катушка. Теперь мы не поймали. Зато будем пить кофе сейчас на горной поляне. Поляной тоже не назовешь это место. Интересное место. Газпром. На самом деле обрыв где-то метров 150 вниз. Внизу течет речка. Вот по дороге с озера остановились. Решили кофе сварить. Рыбу мы не поймали. Не знаю, может, поздно приехали. Где-то минут 40. Пробовали, бросали удочки. По речке и само озеро бросали. Ловили только на опарыш. Не знаю, может, на червя хорошо клюет. Что-то у нас не получилось поймать. Форели мы ее даже не увидели в этом месте. Может быть, в следующий раз поймаем что-нибудь. Следующее видео. Если приедем сюда же. Место тоже не близко находится. Километров 60-70 где-то от села Касумкент ехать в горы. Сигналят нам проезжие машины. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Следите за новыми видео. Поддержите лайками. До встречи.